«Все сам плюс». Все для здоровья, бытовой техники. Батарейки от 3 рублей, лампочки от 49 рублей, чехлы на айфоны и самсунги 99 рублей. Карла Маркса 183, Завинягина 6А. Всем привет! Если вас тоже волнует, ну хотя бы чуть-чуть, какая погода ждет нас после растаявшего снегопада и дождей, тогда не переключайтесь. Прогноз погоды от меня и синоптиков с любовью для вас. В среду 1 ноября в Магнитогорске ожидается погода без осадков и даже солнечная. Ночью и рано утром 0 плюс 1 градус, днем термометры покажут плюс 4, а вечером плюс 2. В Белорецке на близлежащем курорте Башкортостана осадки в виде снега. Ночью 0 минус 1, днем воздух прогреется до плюс 2 градусов. В Сибае в среду до 0 градусов ночью, днем плюс 4 и солнечно. А сейчас время постоянной рубрики «Погода от народа». В столице Южного Урала днем плюс 5 градусов и солнечно в течение всего дня. На этом у меня все. Хорошего вам настроения и осуществления всех ваших планов. До завтра!